Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня у нас с вами вот такая вот идея. Летние кофты, туники, можно связать все что угодно. В первых видеокадрах вы видели идею, да, идею кофточки. Конечно, кофта смелая, я бы сказала, да, она у нас на спинке с большим вырезом. Понятное дело, наверное, что девушка без нижнего белья, но в то же время мы с вами можем сделать все, что угодно. Мы можем сделать и закрытую спинку. Мы можем с вами с этой идеей и платье сделать, да, вот такой вот набор вот этих цветов, поставленных в сетку, можно сделать и затем между этим связать какой-то другой узор, ну, в сочетании с этой сеткой можно получить очень красивое летнее платье. Ну и не только летнее, да, если это будет утепленная нитка, допустим, не хлопок, тоже будет смотреться великолепно. Поэтому мы сегодня с вами свяжем вот такой вот очень простой цветок. Опять-таки, для начинающих это тоже будет интересно, но для какой-то аппликации вполне возможно. Плюс мы с вами поставим эту сетку, ну и сама идея. Итак, рисуем. Да, опять-таки повторяюсь, потому что постоянно идут вопросы по поводу ссылки на схемы. Схема будет у нас в сообществе YouTube. Я даю ссылку. Если у многих она не открывается, у меня эта ссылка открывается. Почему не открывается у вас, я не знаю. Правда, не знаю. Я даю еще, дублирую эти ссылки в Facebook. И даю схемы еще в Instagram. Все эти ссылки есть у меня и под видео на моей соцсети. Стараюсь быстро выкладывать, но порой у меня не всегда хватает рук, поэтому может быть какой-то задержкой. Но в любом случае, последние видео я всегда стараюсь вот выкладывать схемы везде, где как бы мне удобно. И чтобы вам было удобно. И в конце видео. Итак, приступим. Итак, начнем мы с вами вязать с мотива. Да? Затем соединим и свяжем с вами сеточку. Первая воздушная петля, и как вы видите по схеме, у нас идет, видите, 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в колечко, хвостик вдоль. И далее, вот здесь у нас идет 2 воздушных петельки, как бы замещает столбик, 2 воздушных петли и далее столбик. Расценивать это можно как, допустим, полустолбик или же столбик с одним накидом. Я вязала первый образец свой полустолбик с накидом. Давайте мы свяжем с вами столбик с одним накидом для того, чтобы мы могли сравнить, как нам больше понравится. Значит, я свяжем 2 воздушных петли. 2 воздушных петли между столбиками, накид, зашли в колечко и связали столбик с одним накидом. 2 воздушных петли, накид и столбик. Таким образом, в кольцо мы с вами вяжем с учетом петель подъема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких столбиков. Продолжаем. 8 столбиков я связала. Так как у нас здесь 2 воздушных петли, я сделаю накид. Вернее, петелька, накид и 1, 2. Вот в третью петлю подъема мы с вами, я связала полустолбик с накидом. С этой точки вяжу 3 воздушных петельки, которые соответствуют столбику. Вот видите, хотя здесь показано 2. Еще 2 воздушных петли, расстояние между столбиками, накид. Я захожу в арку по ходу движения и в нее, как и все последующие, мы будем вязать столбики с одним накидом. В каждую арочку, как вы видите, по 3 столбика. Один столбик, вот второй и вот третий. 2 воздушных петли, накид и опять-таки 3 столбика. И так мы с вами продолжаем вязать по кругу. Обошла я все по кругу. В арочку, с которой мы с вами начинали, вот наши были столбики подъема, мы связали еще 2 столбика и соединяемся с третьей петлей подъема.
И вот сейчас я хочу вам показать разницу. Вот у меня готовый мотив. Видите, здесь у меня связаны полустолбики с накидом, здесь связаны столбики с одним накидом. Опять-таки можно регулировать это по диаметру, да, если нам нужно больше-меньше этот мотив. Ну или от того, в зависимости, как вы хотите, более дырчатое или менее дырчатое. То есть это вопрос за вами. Далее я соединительным столбиком перехожу под арку или в саму петельку. И вот так вот под арочку мы с вами зашли. Или даже это можно прямо начинать со столбика. Ну, под арочку. Зашла. 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И под эту же арку я связала столбик без накида. Вот над одной из арочек у нас получилась вот такая вот большая петля. Следующая петля у нас из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Мы опять с вами заходим под арку. Столбик без накида. И вот с этой арки опять мы вяжем с вами 13 воздушных петель. 13 воздушных петель мы с вами связали. Заходим опять под эту же арочку. Столбик без накида. Соединяем следующую арку аркой из 5 воздушных петель. Зашли под арку. И опять большую вот эту вот большую петельку из 13. И так продолжаем с вами по кругу. То есть мы с вами вяжем вот эти петельки для нашего цветка. Так, смотрим, что у нас с вами получается. Видите, мы начали с вами вот с этой петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И у нас осталась последняя вот маленькая арочка из 5 воздушных петель. Что мы здесь с вами должны сделать? Я делаю 1, 2, можно даже 2 воздушных петли, накид, зайти в точку, с которой мы с вами выходили, и связать столбик с одним накидом. Мы с вами оказались как бы в центре нашей арки. С этой точки я делаю накид, захожу под большую арку из 13 воздушных петель и буду вязать столбики с одним накидом. У нас будут столбики с одной и с другой стороны. 8 столбиков с одной и 8 столбиков с другой стороны. Вот у нас 4, 5, вот 6, 7 и 8. 8 столбиков мы с вами связали, 2 воздушных петельки, да, то есть распределить их так, чтобы они были равномерны. Зашли под опять арочку и опускаемся, вяжем 8 воздушных, 8 столбиков с одним накидом. 2. Смотрим, 8 столбиков с одной, 8 столбиков с другой. И теперь последний, 8 столбик, вершину мы соединяем вот с этой маленькой арочкой, столбиком без накида. Вот так. С этой точки опять накид и обвязываем дальше 8, 2 воздушных петли и 8 столбиков. Так обвязываются все наши лепестки. При всем при этом мы с вами должны еще соединить их. Да? Соединяются они через вот эти арки. Ну, как у нас показано, видите, вот одно и второе соединение. А дальше мы еще с вами посмотрим, как нам соединить это уже эту полосу из цветов, посадить на сетку для того, чтобы получить кофту. Давайте посмотрим, как можно соединиться. Вполне возможно, что будут вопросы. Вот я связала 8 столбиков, связала одну воздушную петельку и захожу ли в петельку или под арку. Ну, я думаю, в петельку будет аккуратнее. И протянула петлю, еще добавила одну и опустилась дальше. И второй, скажем, лепесток мы соединяем точно так же, как и первый. Итак, мы с вами набрали ленту, да, наших цветов. То есть это по низу кофты, это может быть, да, в районе груди, это в рукавах, как мы уже с вами смотрели. И теперь начнем соединять. Я закрепила
ниточку уже в вершине, вот наши два места, где мы с вами соединяли, будем говорить первый, второй, третий, в четвертом от нижнего соединения закрепила нитку, и с этой точки мы с вами вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 8 петель мы с вами связали, и теперь заходим под арку следующего лепестка, вяжем столбик без накида. Вот так. Теперь смотрите, вот показано, мы должны с вами опуститься с этой точки. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И первый во второй столбик связать столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Считаем. Первый, второй, вот в третий столбик зашла столбик без накида. Вот мы это все как бы на одном лепестке перешли с этого и опускаемся теперь вот к этой точке, да, где у нас с вами соединены два мотива. Теперь вот с этой точки я вяжу 2 воздушных петельки. 1, 2, 3, в четвертую петлю вот соединила столбик без накида. Вот, видите, как у нас соединилось теперь. С этой точки мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель связали. И теперь считаем. Вот у нас арка, первая петля, вторая петля. Зашли, связали столбик без накида. Соединяемся с этой, со следующим мотивом. 1, 2, 3, 4, 5. В данном случае у нас будет 6 воздушных петель. Мы опять с вами первый, второй столбик зашли, соединились. Вот. Следующие 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. В третью петельку столбик без накида. С этой точки мы теперь должны соединиться вот с этим лепестком. 2 воздушных петли. 1, 2, 3. Вот четвертый. Столбик без накида. Вот смотрите, мы с вами прошли вот с этой точки, соединились, опустились и сделали здесь соединение. Теперь мы развернемся с вами и пойдем в эту сторону. Будем соединять вот эти арки, делать сетку. С этой прямо точки я повернула вязание, да, потому что мы будем с вами вязать в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Мы зашли с вами под арку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующий столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас с вами одна арка, вторая и третья арка. Она должна у нас идти вот под эту арочку. Связали. Три арки есть. Теперь 2 воздушных петли. И мы соединяемся. Ну, думаю, или вот в эту точку можно связать, или прям под вот эту арку, ближе к соединению. Вот. Вот так вот. Теперь мы опять с вами поворачиваем наше вязание на лицевую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Наша последняя арка. Ведь мы с вами соединяем. И теперь 2 воздушных петельки. 1, 2.
Связали теперь мы с вами две воздушных петельки. Две воздушных петельки мы соединяем. Вот у нас первый столбик соединяем со вторым столбиком, столбиком без накида. Мы опять с вами поворачиваем наше вязание и вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Зашли под арку, столбик. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы с вами возвращаемся, продолжаем вязать сетку между этими лепестками. Смотрим. Вот это был второй столбик. 1, 2, 3. Теперь нам нужно соединиться вот с этой арочкой. Для этого мы вяжем с вами 2 воздушных петельки. Соединились под эту арку. И опять поворачиваем наше вязание. Видите, мы связали с вами вот 1, 2, 3, 4 ряд. И теперь у нас следующий ряд. Мы соединимся вот с этой арочкой. Повернули, и с этой точки мы опять с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Видите, заходим под арку по ходу движения. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арку. И 1, 2, 3, 4, 5. Мы заходим под арочку самого лепестка. И с этой точки мы что с вами делаем? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Под арочку следующего лепестка, да? И далее мы с вами все повторяем. 1, 2, 3, 4, 5 во второй столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Мы с вами 1, 2, 3. Правильно? А теперь 2 воздушных петельки. 1, 2, 3 в четвертый связали с вами столбик. Соединили эти 2 лепесточка. Теперь 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Мы заходим во второй. Вот смотрите. Вот здесь у нас должен быть соединен следующий лепесток. Поэтому будет 6 воздушных петель, и мы переходим с вами на следующий. То есть это будет вот эта арка. Сейчас мы с вами остановились вот здесь. То есть дальше все повторяется. В итоге мы с вами обвязываем по кругу вот эти цветы. Да? И низ, если мы привязываем, это у нас верхняя часть. Если мы дальше будем с вами вязать полотно, то мы здесь делаем то же самое по кругу. И уже дальше будем работать по выкройке. Вот такую идею я подсмотрела. На этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а вам творческих успехов и до скорых встреч!